Десятки заявок получили на данный момент организаторы конкурса «Живу, горжусь, выбираю». Напомню, жители нескольких районов области могут снять видео или сделать презентацию о людях и традициях своей малой родины. В общем, о том, чем гордятся. В мае выберут победителей конкурса. Задача, чтобы даже о самом маленьком поселке нашего края смогла узнать вся страна. Все мои бессонные ночи, все дороги вели. Кто сказал, что гордиться сейчас можно только прошлым? Гордость жителей ЗАТО «Первомайский», девушки, а точнее ежегодный фестиваль женского спорта «Красота, грация, идеал». Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коням мне да добрый меч. Ежегодный этнографический праздник в городке Осиновец – гордость жителей Подосиновского района. Здесь умеют чтить традиции. Делают это ярко, весело и всегда с молодежью. Почему ты выбрала баскетбол? Всем привет из Верхнекамского района. Этих девчонок-баскетболисток спортивной школы «Север» там называют «наша команда». И они настоящая гордость района. Эти и другие ролики жители районов отправили на конкурс «Живу, горжусь, выбираю». Сейчас все эти видео размещены на сайте любимаявязкаяземля.рф. Принять участие в конкурсе просто. Необходимо снять видеоролик, создать презентацию или фотопроект, при помощи которых нужно рассказать, чем вы и ваши земляки гордятся на своей малой родине. Уже поступило более 60 проектов. На данный момент в лидерах по числу присланных работ Верхнекамский, Луцкий, Юрьянский и Мурашинский районы. Уже прошел практически месяц с начала запуска этого проекта, но я вижу, как активно взялась за эту работу, особенно молодежь. Каждый может рассказать о себе, рассказать о своих родных, рассказать о своих родителях, рассказать о соседях, рассказать о поселке, городе, в котором он живет, потому что это останется на долгие годы не только у вас в памяти, но и ваших потомков. Стать участниками конкурса могут жители районов, с которыми компания «Уралхим» связывает многолетнее социальное партнерство. Это Луцкий, Подосиновский, Опаринский, Верхнекамский, Афанасьевский, Мурашинский и Юрьянский районы, а также ЗАТО «Первомайский». Конкурс проводится по инициативе компании «Партии Единая Россия», генеральный партнер компания «Хольцхаус». Окончание приема работ 22 мая. Отправить проект можно на электронную почту «Родная сторона 2021 @yandex.ru». Голосование за лучшие работы начнется на сайте «Любимая вязкая земля» .рф 24 мая. В каждом районе определится три проекта лидера, а их авторов ждут достойные призы.